Доброе утро. Доброе утро! Каждое утро у меня такое. Ты себя покажи, красавчик. Я чуть-чуть показал. Господи, не надо было. Ой, гад. Мы везем Настю на учебу, у тебя, Настя, сосок торчит, блин. Так это, блин, просто холодно. У тебя преподаватель ведь не мужик. Нет. Ну, зачем? В смысле? Это я не виновата. Холодный. Ну-ну. В общем, мы сейчас идем Настя на учебу, она там решится и дела деловые на учебе, да? Вот, и у нас меньше проблем будет с учебой. Ну как меньше? Я же еще не сдала. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день станет проблем меньше. Нет, она мне там не исправляет, их будет больше, мне кажется. Всегда. Да, снимаю. Твое лицо, чтобы все видели. Так это страшно было. Чуть не обкакалась. Маленечко тут. На, рассказывай. Я уронила камеру, мне теперь страшно. Паша меня будет ругать. В общем, что-то хотела сказать. Когда я всегда начинаю худеть... А что ты сразу же довольна это? Ты должна быть все еще такая вот. Я боюсь, Паша. Я уронила камеру, я косячница, готова исправляться. Нормально вроде все с экраном. Да шучу я. В общем, когда я начинаю худеть, собираюсь с мыслями, все, с самого утра начинаю, всегда происходит так, что именно в этот день Паша покупает все самые вкусные булочки, чипсы, все, что я люблю, и жрет передо мной. Это проверка, тест сразу же на твою эту вранье. Но если человек хочет, он вообще не на. Но я буду булочки держаться. Итак, сегодня с утра я увидела у девушки пост в Инстаграме, и меня почему-то он очень смотивировал. Она проводит марафон до 5 июня. Этот марафон будет длиться. Ну, называется ЗОЖ, там, в общем, правильное питание. Нужно будет соблюдать питание, нужно будет каждый день бегать, качать пресс, делать минимум 10 бурпи. Так. Есть не менее 3 раз в день, ну, это самое минимум. И не кушать после 19 часов. В общем-то, все правила, которые есть в обычном правильном питании, нужно все соблюдать. И я сижу и думаю, почему бы мне не сделать, ну, не начать именно сейчас. Почему я постоянно ищу какие-то отговорки, постоянно что-то ем, что-то перекусываю этими булками. Мне так это надоело, и то, что скоро совсем лето, скоро сезон купальников, хочется быть очень красивой, подтянутой, а сейчас... Сегодня мы пойдем бегать и делать всякие упражнения. Будем заниматься. Хватит уже быть жирной. Вот так-то. Мы идем заниматься спортом. Раз уж она там что-то наговорила вам про какие-то диеты, ну это вся чухня вообще. Просто вот эти ее слова про диету, когда слышите... Когда слышите ее слова про диету, сразу же так просто перематывайте там секунд 10, сколько она там, 20 разговаривает, и все будет нормально. Ничего, но сегодня. Сейчас побежим с тобой. Но сегодня она еще и побегает. Да. Итак, что мы первым делом делаем, Настя? Надо размяться, побегать сначала. Побегать? Да. Делать все всякое разное. Ну все, я сейчас сколько вот мне надо кругов прибежать, как думаешь? Друзья, давайте сегодня какой зададим стимул? Давай, 50 кругов сегодня. Сколько? Че, как? Уже никакая.
Это было всего лишь 7 кругов, Настя, алло. Я ненавижу бегать. Всего лишь 7 кругов. Я знаю. Все. Все? Я, наверное, заканчиваю свой марафон. Думала на 5-м круге остановиться. И думаю, все нафиг, пошел всю жопу. Думаю, ладно, надо 7 прибежать, сказала же. Ну, дальше больше будет кругов. Просто давно не бегала. Вот. Ова! Все, что ли? Марафон закончен? Нет. Жопа спит, она устала? Да. Фу. Надо еще перед сном 10 бёрпи сделать. 100. Я вообще не очень люблю бегать. Ненавижу бегать. Поэтому для меня это очень трудно. Я лучше, знаешь, посижу там. Посижу там посижу и все? Делаю всякие приседания, там, не знаю, выпады, всякую такую фигню. Но бегать это для меня прям испытание. Девчонки, кто хочет со мной, пишите плюсики, я вас жду, чтобы не быть одной, мы сделаем это. Пахнешь? Ты тоже, наверное, пахнешь? Я нет, туда. Я понюхать. Ну, пахнешь, наверное. Ё-моё. Настя, на меня ругаться. Да потому что 10 лет уже жду его, еще в трусах ходит, может даже... Я не в трусах, это шорты. Просто вы ничего не понимаете, Вася. Вот ты пойдешь с тобой эти шорты. Короче, я знаете, что придумал? У нас же как бы everyday vlog, который собирается развиваться. Давай что-нибудь придумаем снимать такое классное, интересное. Не твои вот эти вот приставшие сосочки, а что-нибудь нормальное. Настя. А что? Твои трусы? Да нет, давай, типа, это, что-нибудь проект какой-нибудь, типа, там, пранки над людьми будем издеваться, стебаться, что-нибудь придумаем. У нас маски, киллер-клоуны всякие и так далее. Ну, что-нибудь просто привнесем такое во влог жесткое. Ну, изредка будем. Изредка будем трэшовать. Трэшовать. Давайте, друзья, предложите свои варианты какие-нибудь в комментарии. Что-нибудь трэшовое, мы готовы прямо на многое сейчас. Да? Не нравится, мне нравится вести everyday vlog, короче, я решил, что все вообще можно, трэш самый устраивает. Все. У нас есть костюм киллера-клоуна, у нас есть петличный микрофон, мы можем подходить к людям издалека, снимать вот так вот, хоп, так сделать, хоп, издалека снимать так, как мы общаемся или еще что-нибудь делать. В общем, хорошо. Какой-нибудь трэш можем создавать. Я хочу трэш. Так, друзья, наконец-то запустили наш стримчик. Ура! На наш лайв-канал. Это все выглядит пока что вот так вот колхозно. Сейчас потанцуем. Народ уже там потянулся. Всем напишите привет там. Сами же себе потом в этом увидите. Все. Это мы тут. Там вы нас видите. В общем, сейчас потанцуем. Вот так вот она танцует. We could be in every place. Друзья, пишут сообщение, идет стримчик, а Настя танцует. Вот так вот она пошла. И вот так вот. Оп. Оп. Сука.
мы с вами потанцевали. Сейчас мы едем в магазин за продуктами. Я вот танцевался, помылся счастливый. Самое главное, что когда ты танцуешь, вроде оно смешно и как бы фигня-фигней. Но, блин, пропотеваешь вообще как этот, как Васечка. Да, прям такое кардио, да? Хорошее. Хорошее, реально кардио. Прикольное, веселое. И постримили, и с вами. Я надеюсь, кто-то с нами танцевал. Напишите писали, в комментарии. Что-то танцевали. Сейчас. Кто-то... Не, вот знаешь, вот что-то как-то не верится. Не верится, да? Не верится, да. Все равно. Я бы с дураками вот танцевал, мне так-то прикольно. Я бы вижу дурака, что не потанцевать? Я один дома встал, потанцевал. Даже если мамка зашла, леща дала, ничего, нормально. Ты не курил же в подъезде, правильно? А просто танцуешь это... Танцуешь просто. Просто танцую. Мама, я не курю, я же танцую. Все танцуйте, нормально. Ребята. Все, все нормально, танцуйте, ребята. Ну что, Василий? Троечка. Не натанцевались еще, а? Точно? Танцор диско. Как всегда, купили хлебушек с предсказанием. Как будете рассмотреть? Что там, опять главная печенька исчезнет куда-нибудь? Желание сбудется, это только начало. Я желание не загадала. Ну, значит... Все, друзья, уже конец дня. Настюха что-то совсем приболела. Что-то, ну-ка скажи что-нибудь. Что сказать? Уже голос слышите, да? Ну, она притворяется на самом деле. Хотя нет. Самое печальное, что не притворяется, я уже проверил. В общем, друзья, всем вам спокойной ночи, Настя. Всем пока-пока. Удачного дня, приятного аппетита. Вас любим. Настюха, целуй.